Всем привет, с вами передача «Покашеварим», и я ее ведущий Виталий. Сегодня мы с вами озадачимся приготовлением фаршированных цукини, для которых нам нужно, во-первых, цукини, вот два таких больших или четыре не очень больших. Еще нам нужно 400 грамм куриного филе, либо бедрышки, либо грудки. Вот у меня будут грудки, тертого сыра какого-нибудь вкусненького, вот столько примерно. Один болгарский перец, средняя луковица, кедровые орешки, изюм. Совсем немного. Два зубчика чесночка, молотая корица, соль и свежемолотый черный перец. Цукини нам необходимо разрезать вдоль пополам и ложечкой достать оттуда мякоть, чтобы осталась кожура где-то 5 миллиметров толщиной. Половинки цукини необходимо положить на 3 минуты в кипяток. Болгарский сладкий перец нарежьте на маленькие кубики. Измельчите куриное филе в фарш с помощью блендера или мясорубки. Ставим разогревать духовку до 200 градусов. В большой сковородке обжарьте перец, лук и чеснок примерно 5 минут. Добавьте куриный фарш и изюм. Приправьте перцем, солью и корицей. Готовьте еще 5 минут, периодически помешивая, после чего выключите огонь и добавьте сыр. Естественно, все перемешайте. Переложите получившуюся начинку на половинки цукини и сверху посыпьте немного кедровых орешков. Запекайте минут 10-12 в духовке. Вот и все, очень простое и вкусное блюдо у нас получилось. Приятного вам аппетита, друзья. С вами была передача «Покашеварим». Всем пока, до новых встреч.